Уважаемые участники 5-й Всероссийской научно-практической интернет-конференции «Психологическое здоровье личности. Теория и практика». Уважаемые те пользователи интернета, которые зайдут на нашу страницу, на наш сайт и увидят материалы этой конференции. Я, конечно же, прежде всего приветствую самих участников конференции, которые нашли время, возможности откликнуться на наш призыв уже в 5-й раз. И многие участники конференции участвуют регулярно в ней. Откликнуться, прислать свои материалы и принять обсуждение этих материалов. Я думаю, что уже нет необходимости, а может быть, наоборот, надо больше говорить о том, что это проблема психологического здоровья человека. Вообще в мире и в нашей стране, конечно же, она все больше принимает свою значимость, потому что мир усложняется. Гуманитарии всех стран заботятся о том, как решить те проблемы, с которыми сталкивается человек в эпоху очень динамичных изменений в технологиях, в способах взаимодействия различных народов, стран и людей, в смене видов и способов трудовой деятельности, резкого сокращения физического труда, интенсивного расширения сферы интеллектуального труда, цифровизации общества и других многих личностных проблем. Хорошо, что конференция носит прикладной характер. Я посмотрел программу и материалы конференции, которые уже поступили, и нам приятно, что в ней принимают участие ученые из Москвы, из Петербурга, из Ростова, из наших северокавказских республик, из других городов России. Это говорит о том, что, наверное, материалы прежних конференций показали, что она нужна, что она отвечает или пытается дать ответы на те актуальные проблемы, которые обозначены в ее программе. Я от имени дирекции Института образования и социальных наук Северокавказского федерального университета сердечно приветствую всех участников конференции, желаю плодотворного сотрудничества, удачных обсуждений, удачных положительного восприятия участников конференции, вступлений своих коллег, обмена мнениями, суждениями. Надеемся на то, что будут завязаны новые контакты, установлены контакты, завязаны какие-то связи, договоренности о совместных исследованиях. Всем удачи в самой конференции и после ее окончания. Всего вам доброго.